Вот под этой эстакадой расположено три больших парковки платные, и на каждой из них по одной станции зарядки для электромобилей. Это парковка под эстакадой на Новорязанском шоссе в районе микрорайона Жулебино. Мест для инвалидов много. А вот для электромобилистов... Сейчас... А вот мы видим место и для электромобилистов. Это... Вторая зарядка на всей этой большой парковке под эстакадой. Интересно, работающая ли эта зарядка? Нет, вы меня не поняли. У нас есть устройство. У вас это где у вас? У нас на парковках и на котельниках 1, 2, 3. Есть устройство, которое... А, вы есть техадмин? Да. Устройство, которое работает, заряжает автомобили. Электромобиль заряжает. Мне нужно узнать по стоимости, сколько это стоит и как это работает. Тоже не в курсе. А кто может быть в курсе? Наши тоже не в курсе. Кто может быть в курсе? Это данные зарядного устройства? Да, да, да. Данные зарядного устройства стоят вокруг? Да, да, такие белые, да. Все эти аппараты на парковке, да? Да, да. А там ничего не указано, тарификация, там ничего? Ничего там не указано, там просто какую-то карточку надо прикладывать. А какую, я даже не знаю. А они рабочие уже? Они вообще рабочие должны быть. А кто-нибудь заряжался раньше? Не видали? Нет, не видали. У нас парковка очень тихая, как бы, и нет, я не видала, чтобы кто-то заряжался. Вообще, по идее, они должны работать, потому что они новые стоят. И никакой информации не описывают? Нет, нет. А? Клиенты спрашивали, да, по поводу? Да, вот сейчас у меня стоит рядом со мной клиент, спрашивает, как этим пользоваться и как заряжать. А вы можете нам сделать фото на этого аппарата, и мы отправим там, пускай там наши, может, подскажут руководство? Да, конечно, хорошо. Спасибо большое.